Алексей Французов, слесарь-сантехник ФДЖ, в конкурсе лучших мастеров своего дела в Нижегородской области участвует не в первый раз. И не в первый раз получает главную награду. В этом году он обошел специалистов из более чем 20 районов. Победа в конкурсе профессионального мастерства вместе с почетом принесла и повышенное внимание со стороны обычных жителей города. Люди стали как бы узнавать и больше там обращать внимание по поводу того, что как я стал работать, стали обращать внимание непосредственно на качество работы. Раньше вроде как слесарь пришел, сделал и ушел там, ну и все. А сейчас начали придираться даже до всякой мелочи. Сложности Алексея не пугают. Более 10 лет он выполняет свою работу на совесть. Знания и ежедневная практика помогли ему и в конкурсе лучшего по профессии. С теоретической частью, тестом, Алексей справился без особых проблем, а во время практики пришлось слегка понервничать. Когда приезжаешь на конкурс, есть волнение, есть тревоги, там ручки начинают трястись, там голос подрагивать и так далее, там подобное, там иногда и мысли путаются. А мне повезло тем, что я, во-первых, во второй десятке был людей, соответственно, посмотрел, кто какие ошибки делает, как их избежать. Спасибо человеку, который был со мной, подсказывал мне как бы до этой части то, что лучше стоит обратить на это внимание. Работы у Алексея много. За день он может успеть обойти до полутора десятков квартир. На вопрос, будет ли участвовать в конкурсе профессионального мастерства в будущем, отвечает уклончиво. Победа и признание – это хорошо, но истинное удовольствие приносит ежедневная работа и помощь людям. Кирилл Васинин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.